Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Moto G10 сделать сброс настроек приложений. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», затем «Дополнительно», «Сброс настроек» и выбираем вторую опцию «Сброс настроек приложений». И затем подтверждаем ее, нажав «Да». И после этого настройки приложений будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!